Снегопады в Ульяновске продолжаются. Если крупные магистрали и дороги расчищают вовремя, то во дворах работы много. Качество уборки снега в областном центре проверяют сами жители и представители администрации. Напомним, за уборку выпавшего снега отвечают управляющая компания или ТСЖ, к которым относится дом. Так, за несколько дней проверили более сотни дворов и обнаружили ненадлежащее исполнение своих обязанностей ответственными лицами. Есть у нас определенные вопросы к ряду управляющих организаций, которые после снегопада не сработали. То есть у нас таких 16 управляющих компаний выявилось. Но это компании, которые у нас не самые крупные, то есть мелкие компании, по которым были замечания по дворовым территориям, также по подходам к дворовым въездам. Все замечания поступают в агентство государственного строительного и жилищного надзора, сотрудники которого и контролируют работу управляек. Компании также могут привлечь к административной ответственности. Сами ульяновцы могут сообщать о необходимости уборки снега с придомовой территории, позвонив в свою управляющую компанию. Если же свою работу УК так и не выполняет, можно обратиться в Центр управления городом по телефону 73 79 11. На данный момент в городе ежедневно работают 800 дворников и до 79 единиц техники. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.